Всем бодрого времени суток, меня зовут Шура, азиатского контента-любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. Сегодня мы с вами будем смотреть на новиночку от моей самой любимой корейской хип-хоп-исполнительницы, от Ли Юнджи. Вышел у нее мини-альбом, который называется Sixteen Fantasy. Вот, и, собственно, посмотрим мы с вами клип на заглавный трек, как я поняла. Вот, а в заглавном треке на фит Юнджи позвала очень неожиданно лично для меня До Кюн Су из группы EXO, он же Dio. Вот, очень мне хочется посмотреть, что там за тречок. Вот, как это у них эта коллаборация случилась. Короче, мне очень хочется срочно это все дело смотреть. Юнджи на канале была, Дио на канале был. Ни на кого время не тратим, просто приступаем к просмотрам. Трек называется Small Girl. Вот, что ж, давайте приступать к просмотрам. Hana tour set. Едем. Потянила! Молодец какая! А, это было больно, наверное. Ага. Ну, в принципе, не стоило ожидать какого-то жесткого хопчика в треке, куда она позвала Дио. Ага, такие, короче. Ну, судя по всему, они отыгрывают тинейджеров, которые все такие молодые, подработка, юность, свежесть, все дела. Они сбегают на перерывах, чтобы провести время вместе. Боже мой! Ли Юнджи, почему это не Хоши? Я ничего не имею против Дио, очень люблю Кюн Су. Но она же фанючка Хоши, ну, по крайней мере, раньше была. Господи, какой милый клип. Черт, конкурентка появилась. А мой, чё? А мой тоже с ней. Всё, ревность. В гневе, девка, в гневе. А вдруг там чё, угонят пацана моего? Всё то же самое, всё, что с ней. Потом она ещё увидит пластырь у неё тоже, да? О, прикольно. Ей построили прям домик. Маленький. Что это тут отражает? То, что первое вот это ощущение горечи или чувство предательства, это когда ты начинаешь испытывать такие чувства, ты растешь или что? Не понимаю. Готова крушить и ломать, что ли? Да, не забываем, да. Причем при том, что она офигенная рэп-исполнительница, поет она не хуже, чем подсчитывает. У нее вот такая вот приятная такая сипотца в голосе. Что он ее сейчас будет узбагаивать? Ты че сняла мой пластырь, коза? А ну, цепляй на место. А чё ты там другой девке улыбалась? А-а-а!
Все, поломал деваху. Прикольная песня. Не сказала бы, что, конечно, это дико в моем вкусе. Мне все-таки пожестче у нее вещи нравятся. Но, ну, стоило посмотреть, сделать реакцию на этот трек хотя бы для того, чтобы заценить этот дюж классный клипчик. Ну что это вообще такое? Что за мивота? Блин, какая прелесть. Я прям даже не знаю, что сказать. Что-то меня так прям это обрадовал этот клип. Он такой мимимичный. Вот, что я даже это самое... Что у меня как будто бы слов про трек нету. Все мысли про вот этот вот сюжет. Замечательный, такой миленький. Такой он какой-то наивненький. Такой какой-то, ну прям... Разнесу сейчас тут все на столе. Ой, классно, классно. Здоровский, да. Сюжет такой классный. Они такие все мимимишные, вот. Но мальчикам, да, во время вот подросткового, да и в принципе всегда, нужно как бы помнить о том, что ну не надо это... какие-то такие вот сигналы подавать непонятные. Вы как бы, если нравится, скажите. Прямо. И потом не делая вид, что еще тоже кто-то нравится. Это в конце концов разбитые сердца могут от этого случиться. Не надо так делать. Вот. Поэтому как бы этот вот клип прям ярко показывает. То, что вот человек потом идет и Годзиллой становится. Хорошо, хоть города не разнесла. Но там хотя вроде были какие-то такие намеки на то, что она там... уходит среди зданий, которые все в огне полыхают. Вот. Короче, ладно, классный такой клипчик. Он такой больше, конечно, для на подростковую аудиторию, мне кажется, зайдет. Вот. Ну, в принципе, я вот уже давным-давно не подросток, сильно давно не подросток. Ну и в меня тоже попадает. Тоже классно. Короче, подняли мне настроение. Вот. И я с таким приподнятым настроением сейчас отправлюсь на Boosty, чтобы слушать остальные треки из этого альбома. А их, на секундочку, там у нее, ой, 6 штук, без заглавки 5 штук мне надо будет послушать. Вот. Поэтому бегем. Бежим со мной на Boosty слушать бисайдики из этого альбома. Я надеюсь утянуть в плейлист чего-нибудь ну, по-жестковского. Вот, надеюсь, у нее такое будет в альбоме. Конечно, я не чтобы прям сильно рассчитываю на это, все-таки 16 Fantasy, это, скорее всего, что-то про подростковость, да? Вот, ну а вдруг там у нее какой-нибудь... раздрай подростковый вот в тексте случится, и там она будет всех рвать, как тузик греку. Короче, идем на Boosty, ссылка в описании, послушаем, что там она записала еще. Вот, что ж, а на этом я буду закругляться. В конце благодарю моих замечательных авокадовых спонсоров, вот, чтобы вступить в состав этих авокадовых спонсоров и уже прямо сейчас мочь смотреть, как я слушаю бисайды из альбома Lion G, который лежит этот эксклюзивный контент на Boosty. Проходим по ссылочке в описании, жмакаем там хотя бы на первый уровень подписки, уже вам счастье будет и эксклюзивный контент тоже. А если чего-нибудь еще, каких-нибудь плюшечек там расписаны на каждом уровне, какие плюшки получаете, читайте, подписывайтесь. И вот. Что ж, а на этом, собственно, все. Всем спасибо, что смотрели. Пишите в комментариях все, как обычно. И на этом пока. Пока.